Нет, это совсем другая операция. То есть она называется не предвестник. А, как же она называется-то? Я смотрел ее 2 дня назад. Неважно. И знаете, надо выбрать какой-нибудь. Да-да-да, вы серьезно. Серьезно, ребят, хватит. Все, все, я понял вас. Я понял вас. Я понимаю, конечно, что вы меня просто изнасилуете, если я не обзову его снова Рамиресом. Довольны? Все, все в порядке, все хорошо, да? И нам нужен мужик. Это мужик? Да, страшный мужик. Вот я хочу его изменить, потому что среди нормальных комментариев, точнее среди большого говна комментариев встречается отличный комментарий среди с которыми, в которых, конечно же, есть конструктивная критика и прочее, а с которыми, естественно, спорить неохота, которые, естественно, заставляют меня играть в эту игру все лучше и лучше. Так вот, именно этим комментаторам я и посвящу этого персонажа. Я его сейчас назову «Кто-то там». «Кто-то там». Нет-нет-нет, «Кто-то там». А, у него прозвище нельзя выбрать. А, ну вот. «Кто-то там Мубу». Мубу. Нет, ну ладно, раз нельзя выбрать прозвище, тогда назовем так. Из комментариев. А чё, прикольная, кстати, фамилия из комментариев. Какой-то мудень. Что, чёрт. Ладно, тогда некий мудак из комментариев, да. Именно так ты выглядишь. Вот именно так. Нет, давайте сделаем вообще страшным. Где ты? Давай. Я знаю, что ты уродливый, поэтому... А, да, ты ходишь именно в такой убогой... Да. И сейчас тебе поставим где усики Гитлера? Я знаю, потому что ты похож на Гитлера. Нет, вот будут у тебя такие порноусики. Ты будешь китайцем. А твое лицо будет... вот таким вот. Волосы твои будут... будут какими-нибудь... Вот такими, да. Вот такой ты ходишь. Вот такой ты шикарный. Цвет волос у тебя, естественно, будет вот такой вот, потому что я по-другому не знаю. Я не знаю, как можно надо обидеть человека при рождении, чтобы он писал такое. Поэтому... Да, цвет брони, естественно, под цвет волос желтый. Да. Нет, нет, нет. Под цвет твоего внутреннего состояния голубой. Вот так вот, то есть, вот послание. Да, и сейчас мы пойдем с тобой в бой, посмотрим, как ты действуешь, некий мудак из комментариев. Ну, так человека зовут, ну не повезло ему, некий мудак из комментариев его зовут. Ну что с этим поделать, ребят? Ну вот, надо обращаться с ним нормально. Не надо обращаться с ним как с говном, да? Ну, то есть не надо обращаться, как он со всеми обращается. Стоять, опаньки, это вообще не круто. Модули спутниковой связи Фак, работают. У меня же не хватает спутниковых модулей. Требуется дополнительный модуль. Фак, я забыл совсем про это дело. У меня спутник. А, мне еще спутник не построился, так что что запускать-то? Предвестник. Итак, я уже прочитал задание, да? Да, прочитал, скорее всего. А я не помню, если честно. Поддержка. Прекрасно. Жду от вас. Два бойца мэх. Так, ей прозвище нельзя дать, печально. Ну, я думаю, ее убрать надо. Два бойца Мэг, это просто замечательно, я, конечно, знаю, но... Давайте возьмем нашего потрясающего некий мудак из комментариев. Отлично ты выглядишь, кстати, поздравляю. Хуанан с нами, да? Окей. Подождите, может быть, кому-нибудь другого взять? Все уже давным-давно в заднице. Стэн Марш с нами. Да, я, кстати, учел многие ваши комментарии по поводу персонажей, поэтому... Но... Поэтому я их потом создам, когда будет время и деньги. А сейчас поехали. Я специально молчу в этот момент, чтобы перевести дыхание. Чтобы еще раз сказать себе, что не надо вот офакать каждые 5 секунд. Это как-то не спонтанно получается. Франция ждет нашей помощи, это срочно. Да ты чё, нет, с французами можно не торопиться, они же такие все артистичные.
Это что-то, нет, это что-то кавказское получилось. Они артистичные, да, они и жрут круассан, и носят шарфики. Ну да. Вот, настоящий француз только что пробежал в шапочке. Эх. Было совершено нападение на французскую военную колонну, но никаких подробностей у нас нет. А, я знаю эту карту. По данным разведки, в том районе или действуют нет. пришельцы. Нам надо зачистить сектор Смотрим. И разобраться, что же произошло на самом деле. Кто пойдет вперед, конечно же, он пойдет вперед. У нас новая задача. Че, никого нету? Ладно. Я еще спрашивал, может быть мне начать на последней на третьей сложности и в режиме терминатор? Но люди сказали, не-не-не-не-не. Ну кто там сказал, типа сложно будет, так в том-то и дело, мол, ну завалюсь и завалюсь, какая разница. Так закончится прохождение, то есть... Я как бы не ставлю перед собой задачу пройти игру до конца. Я уже прошел до конца. Сюжетная линия-то одна и та же. Я боюсь идти сюда, поэтому... А, я опять... Я сейчас столько скриншотов себе накидаю в папку. Вроде пустота. Ну что, некто из комментариев, как ты там? Как тебе живется? Ты мигом? Ладно. Он, видимо, мигом кого-то будет уничтожать. Миг кому-то в задницу. Когда пойдут эти кристаллисты? Как они там? Этот пришелец очень похож на человека. Наверное, они специально его вывели для шпионажа. Давайте попробуем его. Давайте возьмем его в плен. Я бы с ним пообщалась. Коза. Ну давай возьмем в плен. А может ты. Давай ты будешь брать его в плен, хорошо? А я буду с радостью стоять здесь и нихера не делать. Я попробую здесь обойти. What the fuck? Еще один. Да, извините, what the fuck, я сказал, не надо было говорить. Ладно, раз один вышел, то кому-то будет не жить сегодня. Так, одного уделаем, ладно. Да что за дерьмо, я повернул карту неудачно. Так, здесь можно? Здесь забраться наверх как-нибудь можно, кроме... О. Можно здесь. О май гад, был. Давай. Стэн Марш. Ты же умеешь ползать здесь. У тебя еще броня до кучи. Вот же дерьмо. Я хочу сюда встать. Получилось. Ладно, плевать, может он кого-нибудь увидит. Спешу. Он кого видит? Того, кого видит Като. Ладно, попробуем расстрелять того, кто снизу. Не получилось. Нет, я подумал, что не получилось, потому что анимация не запустилась новая. Промазал. Ну вот видите, это некий мудак из комментариев, он только и может так. Дерьмо. Я стал открытый такой весь. Такой красавчик. Понял, да, одну единицу урон так нанес. По виду трупов не похоже, что эти люди были убиты оружием пришельцев. Они погибли от обычных... А, ну это отсылка к тому, что здесь будет происходить дальше. То есть появятся враги. Люди, вы, конечно, извините меня за спойлеры, но... Интересно, если я применю эту способность, то... То у меня ход засчитает или нет? Подождите. Ага, до конца хода, понял. То есть, после хода-то... Если сейчас схожу, то она будет активна, нет? Посмотрим. Давайте проверим это в бою. Ой-ой-ой. А, вот сюда можно прыгнуть, да? Я не знаю, стоило этого делать или нет, но я попробую. Теперь мне нужно зайти... Я попытаюсь их отвлечь. Так. Мне нужно прорваться туда хвананом и попробовать как-то вверх, наверх зайти. Как? Лестница, вижу. Так, Стин Марш, Стин. Ты готов, нет? Я не знаю, его, конечно, расстреляют здесь, но у него броня есть. Ага, он не видит, потрясающе, смотрите.
А знаете, как действует некий мудак из комментариев? Он действует так. Он выбегает вне укрытия и начинает пердеть на всех. Вот таким макаром. Мудак из комментариев, я не буду даже с тобой разговаривать. Ты будешь стоять здесь и подыхать. Вот дерьмо. Куда спускаешься-то? Чувак, не уходи никуда. О, нет. Я смогу его отсюда захватить, интересно? Вот дерьмо, все, и похоже у меня сдох один. Повезло. Ну, сейчас одного вырубим. Подождите, сохранилась игра, да? Так, я попробую сейчас одного убрать. А второго захватить. Датчики показывают, что в этой зоне есть живые. У нас новая задача. Понял, понял, понял. Не мешайте только. Так, я надеюсь, что второй мне... Они такие, о боже мой, что происходит? Подождите, нужно... узнать, на ком будет побольше процентов оглушения. А, если у ОЗ-3 или меньше, вероятность оглушения выше. Давайте попробуем. Твою мать. Ну, я попробую загрузиться. Иначе у меня будет труп. А у меня аптечки нету с собой. Ну, видите, я на удачу действую. Нужно одного выманить. Ну, там либо убегать, либо... Здесь, в принципе, правильнее это взять и убежать, конечно. Так. Угу. Если что, попробуем... Если что, расстреляем, неважно. Поехали. Такс. Так. Куда надо подойти, чтобы оглушить? Вплотную, вот сюда вот. Чтобы вероятность была больше. Все равно 70%. Так, этого я оглушил, уже хорошо. Так, я надеюсь, больше никто не прибежит меня бить. Я попробую пойти сюда, налево. Может, тут кто-нибудь еще есть. Сейчас выбежит какая-нибудь скотина. Че, хотя бы держать фланг буду. Нет, мудак из комментариев, я тебе не буду давать шанса. Вообще без шансов, мужик. Датчики показывают, что в этой зоне. Да-да-да, я знаю, знаю, знаю. У нас новая задача. Привет. Привет, передай. Передай свою херню двери. Я надеюсь, он не заразил. Не заразился, нет? То сейчас заразиться будет вообще классно. Если он заразится еще. Пришельцы еще остались. Вот же жопа. А, фак, я забыл перезарядиться. А, ты решил обойти? А там тоже мои ребята стоят. Так что привет, передавай. Так, я очень надеюсь, что... его не прибьет этот запашок, если я пройдусь мимо. Нет, все окей. Я не помню, как это работает, просто год назад проходил. Так. Кому-то будет плохо, кому-то надо под жопе. Под жопу надаю я. Давай, Стэн. Стэн, не промахнись, Стэнчик. Стэн. Молодец. Красавчик. Подождите, мудак из комментариев будет спасать кого-то? Нет, он не будет никого спасать. Он будет стоять вот здесь, будет говорить: «А, где вы, говно? Я буду здесь стоять, да. Так. Командир, похоже, здесь остался кто-то. Я понял. Живой. Если доставить его на базу и допросить, мы можем узнать, что тут произошло. А, это, скорее всего, будут говорить о группировке солдат, которые противодействуют XCOM. On my way. Лучше оставьте меня здесь. Больше мне нечего сказать вам, ребята. Что значит нечего сказать? Я 500 рублей похоже, заплатил. Похоже, он единственный выживший свидетель этого боя. Насколько нам известно, а он был дерьмо. В числе нападавших. А, нужно сейчас же еще навстречу мне будут идти. Хочет он того или нет. У нас новая задача. Твою-то мать. Такс, пойдем тогда вперед, Като. Проверять все, что можно. То мне пойдут, с другой стороны будет вообще круто, если кто-нибудь решит вырваться.
Я не хотел этого делать, я думал, что я переключился, твою-то мать. Я в итоге занял возможное укрытие. Конечно, жгу. Так. Нет, я, пожалуй... Я не даже не знаю... Ну, здесь никого нету, так что я побегу так. Марш! Стэн! Стэн, марш! Стэн! Стэн! Стэн пойдет наверх. Будет мониторить всю округу сверху. Чтоб если какая-то скотина выползла, то всем пришел бы звездец. Мудак из комментариев, то мудак из комментариев. Бежит вперед, как полноценный мудак. Так, ну, выживший, я думаю, его лучше сюда поставить. Если кто-нибудь взорвет машину, то кто-нибудь взорвет машину. Замечены новые объекты. Вы что, шутите, что ли? Я надеюсь, они хоть стрелять сейчас не будут по мне. Вот же дерьмо. Мудак из комментариев. 98% меткости, не промахнись. Молодец, мудак из комментариев. Это только начало. Вот же срань. Да, это дело время. А как же мне этого убить-то, а? Он же увидит сейчас того, кто... Фак. Наверное, еще никак не подняться. Вот же задница. Убил, смотрите-ка. Давайте поаплодируем Хуана. Что за имя я придумал, а? Надо придумать персонажа с прозвищем WTF, чтобы я мог говорить легально WTF. Мол, WTF, говорить два раза WTF подряд, может быть тогда у меня пройдет все WTF, а не... Ну да, прицепилась эта сраная фраза. Никак не могу от нее отделаться, извините. WTF, ребят. Что, чего мне нравится, что я говорю WTF? 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 А в принципе весь праздник описывается этим словом. Мама, что ты мне купила? WTF? Почему именно это, а не то, что я хотел? Так, нужно сначала провести... Так. А я не знаю, почему музыка играет. Я еще не всех убил, что ли? Такое чувство, что нет. Сейчас кто-нибудь прибежит. Нужно выжившего... Никто. Вы просто... Провести выжившего сначала. Потом уже идти самому. Я, естественно, буду снять боеготовность. Я что, псих, что ли, куда-то идти? Интересного, есть ачивка за то, что пролететь два этажа за один ход, но мне почему-то ее не дали. Очень странно, может, по окончанию хода дадут. О боже мой, не мудак из комментариев, да. Мчусь туда. Да, конечно, каждый не мудак залезает на танк. Точнее, какой-то мудак залезает на танк. Внимание, приближается противник. Начинает что-то орать. Так, о, фак. Чувак. Вообще не круто. И ты тоже вообще не круто стал. Так, ну сейчас будет минус один, Стэн Марш разберется. Привет. Я подумал, что он вернулся сначала. Стэн, молодец, критическое попадание, обалдеть. А кто у нас пойдет наверх сегодня? Так, тебя надо держать где-то рядышком здесь, чтобы тебя не убили. Рядышком с выжившим. Естественно, я не смогу зайти наверх, да? Почему не могу зайти наверх здесь? А, мне нужно реактивное путение сначала включить, чтобы появилась возможность зайти наверх. Фак, я только что облажался. Тогда стану боеготовность. Хотя, подождите. Он же не снесет ему 10% хп, я так полагаю. Зато я его напугаю сейчас, смотрите. Не отвлеку его, по крайней мере. Ну, 7 хп, я думаю, он мне не снесет. Я совсем забыл то, что он в боевой готовности стоит. Но в любом случае, я сейчас могу бежать вперед. Ну уже, давай! Пустая трата времени. У этого таковнюка всего 4 хп. Он еще бежит так слабенько. На вас движутся силы противника. Вообще охереть, такие силы. Я просто обосрался от страха уже. Сейчас он мне снимает 500 хп.
Вообще промазал, фу. Очка, очкобол. О-оу. Вообще не круто. А что если... До 2 единиц урона. Кинетический удар. Они же в одной клетке сидят, смотрите. Подождите, я хочу рискнуть. Хочу посмотреть, работает или нет. Я понимаю, что он мне сейчас попадет. Но они в одной клетке сидят, поэтому я пробую кинетический удар сделать. Тем более он промахнулся. Лошьё. Ну, ребят, держите подарок. У него не восприимчивость к этому. К этому туману. Вот же говно. 45%, а если ближе подбежать? Скоро буду. Ну давай же, не мудак. Точнее, нет, ты мудак. Какой то мудак с комментариев? Сделай это. Хотя подождите. Ах ты, дерьмо, не сможешь закинуть. Кривая твоя жопа, только умеет, что материться. Что вы пытаетесь доказать? То, что... жопа не чешется, когда она на самом деле чешется. Так, ты стоишь тут. Лучше в защите. Только не сноси 7 хп. Вот же козёл, а. Я тебя, думаешь, не догоню, что ли, Чёрт, зацепило! Правильно. Так ему и надо. Курица помада. Так, это не рывок, не рывок. Ну, браток, ты, конечно, извини, но... Сегодня будет на одного трупа чуть побольше. И этим трупом будешь ты. Не сбудутся твои мечты. Уйдешь ты в ад, говнюк такой. И там получишь рожу ногой. О, да. Мне нравится, когда робот говорит по-немецки. Это, знаете, так аутентично смотрится. Особенно учитывая всю ту генную инженерию, которой страдали немцы. И да, естественно, какой-то мудак из комментариев уйдет первым с базы. Почему? Потому что, ну, потому что он какой-то мудак из комментариев. Вау. Число бойцов вне зоны эвакуации, если прервать операцию сейчас, всех, кто находится вне зоны эвакуации, придется бросить. Да нет, естественно. Продолжить операцию. Нахера бросать-то, чё, поролись, что ли? А, это не ввели, кстати, тоже. В этом аддоне. Естественно, все бы это было из какого-то мудака из комментариев. Да, постоянно все из-за какого-то мудака из комментариев. Ничего вы от меня не получили и не получите. Отлично, командир. Наш приятель сейчас не расположен к сотрудничеству, но думаю, беседа с доктором Вален его переубедит. Все? Это было все? И сейчас игра вылетает, я прохожу все заново. Всю битву. Все потрясающе, эту битву. Ну, как видите, какой-то мудак из комментариев даже в XCOM плох, да. Я ничего не могу поделать, это же просто мудак из комментариев. Увы. Ух ты, он получил... Он некий мудак из комментариев, простите. Как я мог его назвать каким-то мудаком из комментариев? Вы о чём? Ты шикарен просто, спору нет. Сделай маме ты омлет. Быстро производит 2 выстрела подряд по одной цели. Выстрелом заставляет врага покинуть укрытие. Такой выстрел легко попадает в цель, но наносит сниженный урон. Ха. Лучше беглый огонь, я думаю. Он же китаец! Коммунист! Крест боевого братства? Нет, не боевого братства. В вашем распоряжении есть новые награды, перечисленные... Ну да. Еще одна живая особь? Медаль самый большой пенис.
Передавайте парням мои благодарности. Я понимаю, что ловить их сложно, но можете не сомневаться, труд не пропадет даром. О, правда, что ли, ты мне покажешь что-то интересное? Сегодня ночь, нет? Не забывайте, Солочь. Мы видим все. Вскрытие летуна, целый один день остался. У меня же там есть какие-то медальки, да? Крест боевого братства. Какие там способности? Плюс 2 к силе воли за каждый предоставленный в отряде национальность, плюс 2 к метписи за каждый бонус за континент. Во. Плюс 2 к меткости за каждый бонус за континент, полученный Что? Плюс 2 к меткости. Я не знаю, что это значит, поэтому плюс 2 к силе воли в каждую представленную в отряде национальность. Нет. Это еще тупее. Лучше вот это поставить. Тогда это будет не крест боевого братства, а крест Хари Кришны. Ёпт. Ну серьезно, это ж Хари Кришна. Ну если тут национальности. И я же не буду называть его крест сраной толерантности. Ну или можно. Крест сраной толерантности. Потому что толерантность... Нет, толерантность по умолчанию сраная, но... Пойдет. Так, выдадим медаль. А, нет, не будем никого... Не буду... Вот, у меня 3 медали есть. Я заберу все себе. Что можно сегодня построить? Сегодня утром прибыли новые инженеры. Да, я хочу... Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Дерьмо, надо 10 инженеров. А у меня сколько их? 8. Где же мне достать 2 инженера? 2 инженеров, а? Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Бла-бла-бла, заткни свою эту самую плакалку. Так, 40 единиц состава нужно. Вот же жопа. Я даже не знаю, что дальше делать. Ну, видимо, дальше надо продолжать херней страдать. Бойцы. Так, у нас дохера баб есть. О, украинская баба. Наталья Игнатьева. Я даже знаю, как он. Наталья. Подожди, я подумаю, как это написать. Я знаю, Пука Выклова. Вот, разгадывайте, что это значит. О, боже мой. Я как зашифровал, а. В общем, нет, надо же как-то... Надо же по-украински. У украинцев же в основном фамилия заканчивается на КОВО. Пука Выклинг. Нет, даже не так. Пука Выклинг. Во. Теперь вы должны догадаться. Здесь аббревиатура целая, которую нужно разгадать. Все это говорит на русском. Ты не похожа на украинку, если честно. Надо тебе лицо сделать посветлее. Нет, боже, цвет кожи я хотел сказать. А чё это самый светлый цвет кожи? Вот самый светлый цвет кожи. Да, пусть будет блондинкой, допустим, лицо. Есть кто-нибудь посимпатичнее? Славянки должны быть симпатичными. Твою мать, вы все страшные здесь. Вы сам вот самый симпатичный из всех, что здесь есть. Волосы. Что с волосами? Есть что-нибудь подлиннее? О боже. Это все, действительно, это все, что есть. Да. Быть солдатом среди баб это не очень. Я бы сказал. Нет, цвет кожи верни назад, скотина. Ну, скажем так, вот типичная украинка, я считаю. Не, ну красивая прическа, в любом случае, хотя. Вот эти выбритыши, они так глупо выглядят, если честно. Дреды. Больше похоже, если честно, то, что она себе натянула пасть змеи на голову. Ну вот, вроде адекватно, хотя это вроде больше французская, наверное, прическа. А это хер его знает. Ну ладно, пойдет. Цвет волос. Это даже больше. Она вот сейчас даже больше на украинку похожа, чем раньше. Во, пойдет. Обычная броня. Естественно, желтая броня тебе, потому что ты же гордишься своей страной. Гордишься этим, да?
Ну и гордись дальше. Гордись до пенсии, на. Наталья Пуковыкленко. What the fuck? Я не знаю, зачем я это сделал. А вот. Но ты у нас будешь... Изменить тебя, да. Венди. Тестобургер. Правильно же, да, да, все. Тестобургер. И ничего не путаю. Голос насрать, если честно. Solid copy. Affirmative. Aye, aye. Yes, commander. Good to go. Ну, вот это более-менее раса. Ну, предположим, такая она, лицо. Я даже не знаю. Давайте цвет волос сразу черный сделаем. Здесь есть черный цвет волос? Или только дебильные цветы волос? Это черный цвет волос? Да. Не, ну вот эта прическа подходит боевой бой. Нет, в принципе, на персонажах вот такая прическа смотрится нормально, но в реальности она смотрится убого. Хотя хер его знает, надо, наверное, иметь морду лица нормальную, чтобы для такой прически. Ничего, сойдет. Вот такая, вот такой будет Венди, когда вырастет. Ведь она Баба Рэмбо напинала Картману по яйцам 300 раз. А, лицо. Я даже не знаю. Боже мой, ты всегда на мужика похожа. Первое лицо самое нормальное. Он такой типичный. Ладно, поставим четвертый. Цвет брони. Какая у нее была? По-моему, сиреневая, да? Курточка. Я где-то такого же цвета. Вот, нет. Ближе к такой вот. То есть какой-то цвет был? 13-й. А нет, вот такой вот ближе, 24. Окей, да вот такой вот, все. Даже думать не надо. Вот похоже? Похоже. Еще и англичанка. Так, ну... Мне нужно парочку уволить, потому что слишком много баб, я считаю. Ну что это такое, одни бабы? Уволить. Нахера ты мне нужна? Тебя тоже уволить. Шведка. Зачем ты мне? Мне нужны мужики. Больше мужиков, я фанат мужиков. Мы потеряли много людей, и нам некем их заменить. Стоит объявить. Да, я знаю, это я хочу сделать, солдат. Прикинь, да. Я еще хочу купить размер отряда побольше. Целительный йод. Рана бойцов исцеляется в 2 раза быстрее. Лишь сила воли бойцов, находящихся рядом с командиром, повышается до его уровня. Убитые враги приносят на 25% больше. Воля бойца значительно усиливается после каждого повышения. Мемори. А, да-да-да, насрать. Рекруты, сколько? Ну сколько мы уволили? Трех баб, да? Ну вот трех и наймем мужиков. Так, и... А, они еще какое-то время будут тренироваться, так ведь? Да. Ну все, можно обнаруживать цели дальше. Да, начнем новое исследование. Да-да-да, я это все знаю. Ребят, извините, конечно. Ну, защитную матрицу. Ну, те, кто играл в Enemy Unknown, это знают, так что я не буду повторять. Fucking shit. Так, а как пролистать? Ну, вот дерьмо, нельзя пролистать. Может, page down? Нет, она сама листается, потрясающе. Быстрый проект, тяжелый лазер. Есть? Вот вскрытие дохлик. Давайте вскрытие все сделаем, окей? Никто же не против? Этот длинный худой инопланетянин получил прозвище Дохляк. Уже первые тесты показали, что пришельцы... Здесь, конечно, нужно молчать. ...генной инженерии... Знаете, молчание иногда очень интересно. ...пытались сделать его похожим на человека. Ладно, извините. Легко заметить, что проект удался не полностью. Глаза этих мутантов по-прежнему похожи на глаза рептилий. Мы пока не можем объяснить, почему так получилось. Ну вот объясняй! Ты зачем мне нужна? Слушай, вот взяла и объяснила. Что это такое, а? Вот что у тебя с проблемой с психикой, что ли, какие-то? Надо посмотреть, где инженеров дают. Да, кстати, это задание было новым, потому что, видите, тут... Что-то интересно. Подождите. Собственно говоря, что мне дала эта миссия? Мол, мужик ничего мне не скажет, да? Или потом миссия как-то будет развиваться? Наверное, как-то дальше будет развиваться, неважно. Может, его просто добразить надо? Я не увидел. Прошу в лаборатории, да. Скрыть искатель. О, я до сих пор не провел. Надо легкий плазмер разработать. И панцирную броню. Обязательно. Лазеры в задницу. Они бесполезны, абсолютно дерьмовое оружие. Лучше сразу плазмы разрабатывать. Шеф, мы засекли новый объект. Средний. Этот крупнее, чем в прошлый раз. Мне нечего весить на мой корабль. Ну давайте вышлем.
Посмотрим, сможет справиться или нет. Если нет, ну нет, что делать-то? Значит, паника будет в Германии. Готов. Я что-то на него поставил? Нет, не поставил. Он сбил его, ни хрена себе. То есть со средним он еще отправляется. Корабль пришельцев сбит на месте крушения. Да-да-да, неважно. Естественно, высылаем рейнджер, что думать-то? Тука, выклюнка. Вот так. Эл. Может, двоих бойцов Мэг взять с собой? А давайте возьмем, я же выкупил. Так, а ты что здесь делаешь? Пошла вон. Вулевук, Хуасан. Так, а кто на задании? Марш. Окей. Они все ранены. И особенно некий мудак из комментариев. Ага, то есть осталось только Венди Тестербургер. Ладно, ее и возьмем. Команда начинает набираться. Как у него волосы прогружались долго. Обалдеть. Так. Комплект на брони на тебя. Хотя подожди. Дугомета же нету ни у кого. Значит, дугомет на тебя. Посмотрим, что здесь можно поменять. Ничего, откуда? Откуда что менять-то? Может, здесь можно поменять? У тебя же был огнемет. А, у тебя огнемет приварен к мэку. Точно, к другой руке. Так. Раз ты у нас такая хреново переносящая все остальное, то я тогда тебе выпишу. Ну, медпакет ей выпишем тогда. Хотя нахера? Я никого не лечил. И вряд ли буду. У меня два мэг с собой, они не лечатся. Возьмем комплект на брони, чтобы ей легче было. Хотя зачем здесь? Кого мне захватывать, серьезно? Давайте не будем брать это с собой, хорошо? Возьмем лучше медпакет на всякий случай. Будет медичкой. Вроде все. Начнем. Нет, музыка крутая. Но еще круче нее та музыка, которая в титрах играет.